каждым годом количество любителей горного туризма на внедорожниках становится больше. Появляются новые маршруты и развлекательные программы для отдыхающих. Для того, чтобы отдых проходил безопасно, сотрудники госавтоинспекции проверяют техническое состояние транспортных средств. Особое внимание – внесению изменений в конструкцию, таких как установка силовых бамперов, лебедок, фаркопов, шин увеличенного размера. На контроле и предрейсовый осмотр – как водителей, так и машин, задействованных в перевозке пассажиров. Полицейские следят за тем, как этот контроль ведется сотрудниками автопредприятий. В случае выявления на дороге неисправного автомобиля ответственность несет не только водитель, но и механик, выпустивший такой автомобиль на линию. С начала лета в отношении водителей было составлено 255 административных материалов за нарушение правил дорожного движения. Еще 14 водителей незаконно вели коммерческую деятельность. У 7 автомобилей выявлены неисправности в рулевом управлении, машины помещены на спецстоянку.